Очередной видеоролик у нас будет посвящен теме гриля, и сегодня у нас будет... Поехали. Итак, друзья, приходит он вот в такой упаковке. Это у нас щипцы для гриля. Значит, пришли они в такой упаковке, полностью все было открыто, бери, не хочу. Ну, не знаю, если бы это были какие-то таблетки, это одно. Но когда речь идет о... То же самое, пакет был абсолютно открыт, такое впечатление, что он вот так вот приехал, а потом его на месте взяли и собрали. Так вот, ребят, вот такая вот у него получается, там, поместится нам, нет? Вот так вот называется. Вот такая марка. Сейчас я еще поближе покажу. Значит, единственное, что не упало, это вот этот вот зажим проволочный. Давайте его тоже уберем и посмотрим, что у нас здесь получилось. Ага. Здесь у нас абсолютно закрыто. И чтобы нам открыть, нам нужно взять наш нож. Как обычно, нож Танто. Ссылка здесь. Ну, просто действительно интересный нож, поэтому давайте будем им как раз пользоваться. Итак, ребят, вот что у нас получилось. Вот такая у нас коробочка, вот такая фирма. И здесь у нас написано «Щипцы для гриля Forester». Ну, в общем, все написано. Если кому-то что-то видно, ставьте на паузу, и если интересно, читайте. Ну, и также можно... посмотреть, где произведен, горячая линия, там тра-та-та и все такое. Теперь давайте посмотрим на самом деле на наши вот эти вот штуки. Хорошие они или нехорошие. Значит, здесь у них есть, с этой стороны, смотрите, ребят, у них здесь есть зажим, при котором мы не можем ничего сделать этими щипцами. Как только мы этот зажим втягиваем вовнутрь, тут же щипцы у нас открываются, и мы можем взять очень большой кусок мяса, допустим. Наверное, мне этого не хватало все-таки. Итак, давайте посмотрим на внешний вид. Здесь, естественно, есть некие потертости. Что у нас здесь? Ну, я скажу, что это обычная штамповка из примерно 2,5-миллиметровой жести. Она вот таким вот образом завернута здесь, и обрамление у нас, в обрамлении идет у нас деревянная так ручка, на которой написано Forester. Дальше все здесь у нас на заклепках. Это говорит о том, что заклепки в скором времени могут уйти на нет, ну, из опыта. Вот с этой стороны у нас сделано вот таким вот образом. Двигается вот эта вот часть. Вот так. И открывается, соответственно, когда мы ее закрываем, она открывается. Значит, лопасти у нее достаточно широко раскрываются, но при этом, посмотрите, как-то не очень, да? Ну, как мне кажется. Нет, если мы возьмем мясо, это нормально, допустим, да, вот мы берем... Допустим, берем телефон, это кусок мяса вот у нас, допустим. Мы берем раз, поднимаем его. То есть, в принципе, он как бы поднимается, но посмотрите, немножко люфтит и люфтит именно в неприятную сторону. Видите как? То есть, другими словами, нужно сделать как-то так, и, может быть, он будет нормально себя чувствовать. Фиг его знает, не знаю. В общем, это все нужно пользоваться этим. Я как бы первый раз вообще держу эти вещи в руках. По ощущениям, ребят, по ощущениям, все-таки, на мой взгляд, выглядит довольно хлипко. Но по отзывам людей, которые пользовались данным видом щипцов, говорят, что вещь надежная, хорошая и очень такая солидная. Вот. Поэтому даже не знаю, ребят, что вам рекомендовать, не рекомендовать. Единственное, что я могу сказать, что если что-то с ними случится, то, естественно, под этим видео в самом первом комментарии мы увидим отзыв прикрепленный. Мы в любом случае увидим этот отзыв, но посмотрим, насколько эти
щипцы будут корректные. Значит, взял я их за, по-моему, то ли 878 рублей. Мне кажется, это дороговато, конечно, но подобного рода щипцы от Weber стоят порядка 200. Поэтому, ребят, как-то вот так. На этом все. Спасибо, что были. Спасибо, что посмотрели. Увидимся в комментариях. Пока.